вокруг в точку стремятся, вот так вот, одна рука к другой. Но между нами оказывается тело. Вот поделайте, вспомните, как это делается. Отмашка вперед. Отмашка вперед идет вот так вот, да? Вот так вот, И в боевой ситуации выполняется не из-за спины, а там, где рука есть. Скажем, после выполнения бокового удара. Раз и сразу назад, вот она пошла отмашка вперед. Но в плюсовом варианте она из-за спины идет, видите, вот так вот. Вот тоже разминается.